Погиб во время устранения коммунальной аварии. Около 2 часов ночи на проспекте 50 лет Октября бригадира МУП «Саратовводоканала» завалило землей. Несчастный случай произошел при попытке ликвидации свища на трубе. Обвал грунта произошел, когда 51-летний бригадир спустился в яму. По словам директора «Саратовводоканала», семье сотрудника будет оказана помощь. Между тем, обстоятельства гибели рабочего изучат следователи. Сотрудники комитета начали проверку по факту нарушения правил охраны труда во время аварийно-ремонтных работ.